Красной армии. Германия. Войска 3-го Белорусского фронта, разгромив последнюю группировку противника на Земландском полуострове, заняли город и крепость Пилау, тем самым успешно завершив восточно-прусскую операцию. Вашингтон. Военный министр США Стимсон доложил президенту Трумэну о том, что через месяц к использованию в боевых условиях будет готова атомная бомба. Стимсон заявил, что бомба наверняка окажет решающее влияние на отношения США с другими странами. 25 апреля 1945 года. До нашей победы оставалось 14 дней.